Изумительная и будоражащая умы геймеров компьютерная игра Cyberpunk 2077 является невиданной ранее песочницей, реализована в жанре экшен-РПГ с необычным ретро-футуристическим стилем, над созданием чего трудились не покладая рук и не жалея сил девелоперы из знаменитой студии CD Projekt Red. Да, это те самые поляки, что воплотили фантастический мир Анджея Сапковского на экране мониторов и создали серию «Ведьмака». На сей раз для игроделов основой проекта послужила одноименная настольная игра Майка Пондсмита «Cyberpunk 2020». Кстати, сам автор активно участвовал в процессе разработки. Поэтому, если вы хотели поиграть в нечто необычное, чего ранее не могло быть, тогда советую выбрать Cyberpunk 2077. Хронологически действие в компьютерной версии развернется не в 2020 году, а немного позднее, всего на каких-то 57 лет, в 2077. Итак, альтернативное будущее оказалось не таким, каким мы его себе представляли. Это мрачный мир, в котором по законам жанра общество деградирует, а благом правят высокие технологии. Люди перестали верить в естественность и стали вживлять в свои тела различные технологические гаджеты. И вообще мир изменился, теперь всем им заправляют огромные корпорации, творящие все, что придется в голову их владельцам. Вы же окажетесь в городе будущего, получившем название Night City. Серые улицы, дождливая погода, напуганные люди и кибернетические протезы – вот так можно охарактеризовать здешнюю атмосферу. В городе бушует криминал, жажда наживы, нищета, ненависть и зависть. Здесь грешат на каждом шагу, и каждый житель города может представлять собой потенциальную опасность для героя. Ну а играть придется за персонажа по имени Джеки, огромного бугая с кулаками размером с голову. Игрокам предстоит принять множество непростых моральных решений, которые повлияют на развитие сюжета, события в мире и судьбы его героев. Кстати, герой, как и заведено играми этого же жанра, мечтает лишь об одном – остановить организацию, ставшую во главе человечества, побороть преступность и восстановить справедливость в мире. Казалось бы, банальные цели, но совместившие их с крутым геймплеем, динамикой и свободным миром, разработчики создали игру, кажущуюся самым настоящим шедевром. Что до игрового процесса, так он здесь уникален по всем направлениям. Тут вам и перестрелки с применением широкого перечня вооружений, и сражения с применением кибернетических имплантов, и огромное количество заданий, определяющее дальнейшее развитие сюжетной линии, и продвинутая экономика, и многое другое. А если вспомнить, кто и на каком движке делает игру, можно быть спокойным, что все это будет смотреться на твердую пятерку. В общем, это реально крутой современный экшен. Ну а самое главное то, что здесь вас ждет реальная свобода. Игроку предлагается широчайший ассортимент возможностей, можно выполнять дополнительные квесты и бегать по городу в поисках приключения, забыв о сюжете. Можно сломя голову бежать по сюжетной линии, а можно и вовсе отдать предпочтение продвижению самого героя и его совершенствованию. Кстати, что касается совершенствования героя и его прокачки, то это и вовсе отдельная тема для разговора. У игрока нет ограничений, специальные модификации, гаджеты, которые можно вставлять в его тело. И если в самом начале герой является противником всего подобного, то позже вам обязательно придется превратить его в ходячего робота. Тут вам и механические руки с кинжалами, и рукояти оружия, приделывающие к рукам, и многое другое, что даст преимущество над противником и всеми, кто позарится на жизнь героя. Естественно, большую часть времени придется сражаться, но поверьте, это даже хорошо, ведь именно во время сражения вы сможете ощутить всю ту мощь, которой снабдили своего бойца. В общем, игра Cyberpunk 2077 – это реальный шедевр. И играть в этот шедевр можно будет бесконечно, растягивая игровые часы бойнями, кровавыми перестрелками, нелинейными квестами и бесконечным брожением по открытому миру будущего. Поляки делают по-настоящему амбициозный проект. Разработчики обещают, что Cyberpunk 2077 заставит геймеров по-другому взглянуть на видеоигры в целом. А вот будет в нем больше реализованных возможностей или упущенных, мы узнаем в ближайшее время. Так что оставайтесь с нами и следите за новинками игрового мира, ведь все интересно на канале Я Геймер.